Bobur yurtdan Andijonga kelishingiz. Причина моего визита – это приглашение со стороны руководства футбольного клуба «Андижан СГС» для работы в футбольном клубе и главного тренера команды Ишанова Шахрука Маратовича для работы в команде первой лиги. Янги Джамодаги Тасуротлар. Ну, на этот вопрос, чтобы ответить полностью, надо погрузиться немножко в предысторию. Предысторию возникновения этой команды и предысторию возникновения школы, специализированной школы по футболу города Андижана. Почему? Потому что в 2010 году мы начинали здесь. Мы начинали здесь выстраивать структуру подготовки, методику подготовки, группы набирали, детей набирали и набирали также персонал, который бы работал вместе с юными воспитанниками. То есть это тренерский состав и преподавательско-воспитательский состав. Так вот, нынешний главный тренер команды Шахрух Маратович, он был и в том составе тренерско-преподавательского состава, и я его прекрасно знаю, так же, как и он меня прекрасно знает, и мы сотрудничали уже на протяжении этих 12 лет. Связь у нас никогда не терялась, даже несмотря на то, что я уходил из этой школы, работал в футбольных клубах Буньяткор в академии, в футбольном клубе Кокант, Навбахор, в Узданжу возвращался, работал. Мы связь никогда не теряли. Мы всегда обменивались новостями, мы всегда обменивались своими мнениями по играм, по учебно-тренировочному процессу. И всегда мы были на связи. Поэтому об этой команде в целом с момента ее создания и до момента моего приезда я владел, в общем-то, всей информацией, потому как просматривал, фактически все игры я просмотрел первого круга по мере доступа на YouTube-канал матчей, трансляции матчей. И также мы обменивались мнениями в перерыве матчей, когда я еще находился в Москве. Oxirgi vaqtlarda sizni Rossiyada istiqomat qilyapti deb eshitgandik. Shunday ekan, o'zbek futboli haqida bugungi kunda qanchalik ma'lumotlarga egasiz? Ну, вы знаете прекрасно, что на сегодняшний день это век глобализации. То есть огромные расстояния, которые раньше были, они сглаживаются социальными сетями, они сглаживаются доступностью информационных сайтов. Поэтому, несмотря на это, я практически знал все новости, все тенденции, все, что происходит в футболе Узбекистана. Узбекистан биринчи лига клубида ишлаш сиз учун ортга ташланган кадамми ёки олдингиги юруш бўладими? Ну что значит шаг назад, что значит шаг вперед? По-моему, востребованность тренера – это прежде всего, специалиста футбола – это прежде всего. Вы знаете прекрасно, сколько специалистов футбола у нас сидят без работы. Это не только в Узбекистане, это и в Казахстане, это во всем мире. Можно сказать, что специалисты, которых освобождают от работы, долгое время не могут найти работу. Вот. Поэтому говорить о том, что шаг назад или шаг вперед для меня, ну, мне это не важно. Мне не важно. Мне важно то, чтобы люди, с кем я работаю, мы вместе все развивались. Мы все развивались и достигали тех целей, которые были поставлены. Не скрою, что данный проект футбольного клуба «Андижан СГС», он амбициозный, он мне понравился. И это было одна из причин того, что я принял приглашение и согласился работать в этом футбольном клубе вместе с президентом клуба Зафаракя, вместе с главным тренером Шахрухом Маратовичем, вместе с тренерским штабом, вместе с персоналом всего футбольного клуба, за что я очень благодарен.
благодарен и клубу, и благодарен городу Андижану и Узбекистану, всем. Всем, всем. Те, кто проживает, работает здесь, и те, кто меня окружает. Спасибо.